Здорово. Сегодня, короче, мы будем делать клипшницу. Для этого понадобится угольник, карандаш из Леруа, кстати. Ну и кусочек деревяхи. Ну и, соответственно, пилить можно лобзиком или ножовкой. Ну, смотри, какая у вас есть. Лучше, конечно, по дереву. Метим 25 сантиметров. И здесь отметим 20. Разметка простая. Тут, по идее, какая-нибудь музычка играет. Просто... А, кстати, вот эта штука нам тоже пригодится. Погнали пилить. Готово. У нас есть три детали. Это будет лицо. Это будет деталь, которая будет на стене. А это будет между ними. Как это будет выглядеть? Вот так. И вот так. Огонь. Сюда встает почта, либо телефон. Толщина вот этой вот доски 18 мм. Соответственно, сюда встанет любая, даже самая допотопная мобила, типа Motorola. Короче, с утра мы распилили деревяхи. Сейчас они уже у нас оказались покрашенными, красивыми. Вот такие вот дырдочки я сделал. Вот так выглядит уже в собранном виде с буквами. Снова здорово. Утро второго дня. И сегодня я буду прикручивать на свою ключницу крючки. Для того, чтобы крючки прикрутить, это вот такие вот крючки, я буду юзать дрельку. Шуруповерта у меня нет, у меня есть только дрель-перфоратор. И, в общем-то, с ним мы будем справляться. Почему просто так не вкрутить крючок? Потому что если просто так вкрутить крючок в древесинку, то он, скорее всего, заставит ее треснуть. И для того, чтобы этого не произошло, я сделаю небольшое отверстие тоненьким сверлышком. Ну вот, не прошло и минуты, а мое отверстие уже готово. И осталось только вкрутить крючки. Короче, я сюда делал. У меня получилась вот такая ключница. На ней висят крючки. Как бы лучше. Вот так. Висят крючки. Все круто. И здесь, естественно, есть кармашек. За что я особенно оцениваю эту ключницу. Аж можно прийти, положить почту, которую ты взял, квитанцию, там телефон из руки. Короче, в общем, супер удобно. Мне очень нравится.